Ребята, для тех, кто еще ни разу не пользовался интернет-магазином запчастей yulsan.ru, напоминаю, что там можно приобрести запчасти не только на иномарки, но и на отечественные машины. Уже 156 магазинов по всей России и удобная мобильная версия, через которую можно не только подбирать и покупать, но и отслеживать состояние вашего заказа. Yulsan, потому что без посредников. Все ссылки в описании. Ребят, всем привет! Сегодня у нас очередные покатушки, которые первый раз будут записаны еще и в 360 на новую камеру. В общем, этот ролик пишется на GoPro-шку, а второй ролик, который выйдет, наверное, чуть попозже, будет 360, и вы сможете вообще за всем наблюдать. Но кому не нравится 360, пожалуйста, вот вам Пал Палыч в плоскости, без 3D, вот вам Виталян без 360 градусов, вот вам Копеечка, смотрите, оцените, значит, у нас на Копеечке резина, вот здесь снежинка раз, вот здесь снежинка два, но ошипованная. Что? Можно сказать, первые зимние покатушки у нас. Да, это первые зимние покатушки. Нет. Виталян замерз. Виталян замерз. Он замерз, а типа поехал. Здесь зимняя резина Кардиант. Здесь зимняя резина шипованная Якогама. И вот у нас еще есть Александр. У него штатная резина Нива 4x4 К156 без шипов. Все, Саня сегодня тоже с нами. В общем, смысл какой? Сегодня мы, во-первых, сначала попробуем, едет ли снежинка. Вообще, едет ли эта самая снежинка. И насколько лучше современная резина, чем вот старая советская. А может быть, наоборот, может быть, старая советская лучше. Ну-ка, давай, Виталян, тронься, попробуй. Ах ты, глянь, поехал. Красавчик. Ну что, поехали? Мне кажется, москвич трогается увереннее на этой резине. Так, ну на москвиче мы тут пытаемся тронуться, пока Ромка меня подбирал. А Виталян там впереди где-то уже застрял. Вон он стоит. Нормально, второй он трогается бодро. Да? Едет москвич? Бодренько, да. Второй, если первый не трогается, второй идет. Виталян, как обычно, ему все равно, что у нас есть камера, на которую можно поснимать. Он просто куда-то заманился, и все. Вау! Я пошел снимать! У нас тут Нива на практически летней резине пытается штурмовать вот такие сугробы. Опа! Неужто Нива у нас сядет второй сегодня? А копейка, смотри, как сидит. Она еще не сидит, сюда, назад не сдавал. Надо попробовать. А, ты еще назад не сдавал? Нет. Смотри как. Ну-ка. Залялякался ты красиво, Виталян. Вообще в духе прям, в духе Виталяна. О, без вариантов. Руль прямо поставь. Да. Еще. Нормально, давай. Давай, мы тебя подтолкнем. Ага, вперед, давай. Ха, Виталян уже до земли дорылся. Вот тут снега намело, а? Покажи, Саныч. Ни хрена она не может. Ни хрена, правда, снежинка не может. Она режет. Давай, сядь на капот. Задвигался, задвигался. На капот сейчас, всеми, пригрузи сейчас. Почему на капот? На багажник. На багажник. На багажник. Я привык к запорожцу. Привык, что Италиан на жопере всегда. Ну давай. Давай! Мы тут прыгаем на копеечке. Загружаем заднюю ось, как вы просили. Обычно там, да, пишите в комментах. Давай. Поехали. Вот такая дружная компания. Не едем. Не едем. А почему? Потому что резина-то говно. Нет, потому что один толкает, а двое сидят. Надо сесть толкать. Давай, толкнем. А нахера он туда поехал? Вот дорога для Виталяна. Назад, вот сейчас выйдет.
Назад выйдет. А? Ух ты, глянь, здесь снега по колено. На цепи девать. Нифига. Ну давай сейчас выезжаем и... Ну да, висит. Просто висит, реально. Пал Палыч дорвался, да, камера? Заглушить? Как всегда, у нас одеть цепи не получилось. Но теперь и не получается даже их достать. Роман мучается уже 3.5 часа и не может достать цепь. Хочу заметить, у москвича слева расположено зажигание, как на автомобилях Porsche. Так что, вот, а чуть-чуть. Почему на автомобилях Porsche так расположен замок, как на москвиче? Я не помню. А потому что это спортивный автомобиль. Ты точно забегаешь, как в гонке, так, 24 Лиман. Так, дверь, заводишь на ходу. Заводишь и уже газ в пол его и раз, и поехал. И вот это москвич. Это тоже спортивный автомобиль. Да. Что же там случилось, Роман? Почему не цепь? Почему вы не могли достать цепь? Рессор, почему у вас такое грязное лицо? Потому что... Я работаю в сервисе. Да. Так, а у тебя рецепцион, захлоп не багажник называется. Саныч пытается закрыть багажник, на русский перевожу. А я закрывал, когда он у меня стоял. Тоже раз 50, вот так хлоп. Нет, там надо, короче, нежно и аккуратно, я знаю. Сейчас. Сейчас я все закрою. Я сказал нежно. О! О, Виталян там. Виталян на цепях уже застревает. Да ладно, на цепях он не застрянет. Застрянет. Толкните меня. А, давай. Толкайте его. Езжай туда. Цепи рулят. Цепи рулят. Но надолго ли их хватит? Порвутся ли у нас сегодня цепи? Цепи рулят. Я тут уже у зрителей спросил, насколько хватит нам сегодня цепей. Что нам скажет Виталян? Я думаю, это будет... Выживание, что быстрее умрет, копейка или цепи. Вот. Но я думаю, цепи, они китайские, вот стоят на этой стороне, а там русские стоят. Ну, как какая вот цепь победит? Вот русская, смотрите, либо снимай. Китайская? Вот здесь я ехал сейчас только что, смотрите, глубина какая. Ну, смотри, 35. Как она ехала, непонятно. Все. Бумер. Едем дальше. Всевидящее око. Всевидящее око снимает, как короче, ставит. Вчерашний день прошел, это следующий день. Мы все ставим цепи, как обычно. Это любимое занятие. У нас, если кто смотрел, как мы на копье ехали вот в грязи, и у нас тогда порвались цепи, у нас здесь вообще полная мешанина, у нас где-то ослаблено, где-то натянуто, где-то болтается. Я боюсь, что это, конечно, вся погонь сейчас слетит. Мы, к сожалению, не сделали цепи. У Виталяна теперь вот здесь такие. Ух ты, господи, проволочкой замотаны. Это что за ноу-хау, Виталян, расскажи. Это называется сэкономим 1500 на цепях. А, понятно. В общем, это называется натягиваем цепи как можем, ребят. Просто вот как можем. Сатир, цепи. А вот они, сейчас я тебе отдам. Паша по всем этим полям проехался на днях, сказал, что там дальше будет вообще полная жопа, и что мы там обязательно засядем и нигде не проедем. Но на самом деле я думаю, что не проедем, если у нас слетят цепи. А так, почему бы и нет, ребят? С москвича цепи соскочили, естественно. Сейчас,
Сейчас, короче, Виталян уже проехал вперед, вон там проехал, развернулся. Мы сейчас оденем цепи, тоже попробуем на москвиче вот здесь вот проехать. Надеюсь, что проедем за копеечкой-то. Вот здесь вот, к сожалению, Виталян нас не дождался, долго буксовал. В итоге проехал. Кстати, вот здесь была дорога раньше. Ну-ка, покажи, какие там сугробы. Пал Палыч. Не, почти не проваливается. Может, он легкий просто. Но там, потом... Там почти по колено. Ты хочешь на Ниве сюда проехать? Ты хочешь унизить заднеприводные машины? Да не, я тут сяду. Ну так вот доеду ходом. Вот дорога. А это что, по полю без снега любой может. Ну вот мы... Я могу не выскочить уже. Он слежится, он уже жесткий становится. А еще если в ночь сегодня столько же обещают снега, то и все, здесь отъездили до весны. Ну, у нас зимы такие, что у нас сначала растает, потом выпадет, потом опять растает, потом опять выпадет, поэтому и не факт. И там лед снизу, видишь, из-за этого здесь минус. Кстати, да, снизу лед. Вот. Вот он, ледочек-то. То есть здесь, по сути, цепляться не за что. Даже если у вас классная шипованная резина, вы все равно проехать особо там не сможете. Да. Сейчас посмотрим, на что способен москвич. Копья вон, пожалуйста, там проехало, там Виталян развернулся, здесь проехал. Вообще все красиво. А вот на москвиче мы уже вот сюда попытались выехать, и все, и фигу. Чуть здесь и не остались. Так, ребят, цепи одели на москвич. Сейчас попробуем, как это, по дороге Виталяна проехать. Виталян-то тут на копье уже промчал. О! Цепи, мощь, отходи, 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 он же ходом. Нифига себе. Неужто сели? На цепях сели? Нет, еще барахтаемся. Нет, кажется, все. Не, ребят, цепи, конечно, бомба, но они не всесильны. Дорожный просвет, на самом деле, мне кажется, здесь больше решает, чем что-то еще. И цепи тоже. Дорожный просвет и цепи. Почти выехал. Ну-ну-ну-ну-ну. Давай еще. Давай. Давай, Ромка. Москвич, давай, шурши! И с той стороны покажи, как он дорогой. Сейчас. О-хо-хо-хо-хо. Здесь кратер. Просто кратер, ребят. Я не знаю, давайте делать ставки, выйдет ли москвич сам или нет. Там на заднем плане Нива. Так, ну, москвич, давай, живи, москвич. Как там сейчас это, хэштег «Волга живи». Давай. Давай, Ромка. Так, ну вот эти все пируэты можно будет там на той камере, которая в 360 снимает, посмотреть. А меж тем москвич выехал. Бомбический аппаратище. Просто бомбический. Самая лучшая в мире машина. По версии автотут. А теперь смотрите, копеечка едет, копеечка! Есть! Есть! Я проеду там. О, Виталян взялся за лопату. Я выйду. Опа! Мне кажется, в 360 это вообще бомбически смотрится. Куда? Ты вот, а давай ты вот сюда попробуешь проехать. Не, не проеду. Ну давай. Ах, Виталян, как ты красиво тут все сделал. Ну расскажи подписчикам, как выбираться из такого говна. В смысле, снега. Так. Как бульдозер не работал. Так. И поедем. Ништяк.
А там уже Паша на подходе. Я не знаю, я попросил, чтобы он, конечно, вот здесь проехал, но что-то он, что-то у него желания нет покорять супербездорожье. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ах ты! Ничего себе! И так же садится, как и Копейка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну что? Недостаток Нивы от УАЗ. Если у вас пытается ехать, то Нива, если встала, она уже не поедет, пока ее не подтолкнешь. И что делаем? Что, либо толкать, либо... Либо цеплять, если вдруг не слышно было. Натяг глохнет. Ну что, теперь здесь же у нас самое интересное творится. Че, толкнуть тебя? Куда? Назад? Я толкаю Ниву. Давай! Вперед! Не, я один не дерну. Не, надо звать на помощь. Паша целый день, кстати, хоть и все делал. Вот, пусть разомнется. Цепи не одевал, буксовать не буксовал. Ага, ходит, ты же руки в карман. И потом жалуется, что замерз. И семечки грызет. Вообще фу, фу-фу-фу таким быть. Что-то не поддается. Даже вроде почистили все. Зацепить. Он пытается до земли дорыться, чтобы выскочить. Может, тебя толкнуть хоть сзади? Давай мы тебя толкнем. Давай. Поехал. Слышь, да ты вообще там конкретно сел, Виталян. Да не, не буксуй. Не, бесполезно. Да, вообще, мы тебя даже сдернуть не можем. Она в земле, в желудке. Не надо, не надо, все. Нефть пошла. Нефть пошла? Да. Виталян добывает нефть при помощи копейки, поэтому цена копейки утраивается. Она теперь стоит не 50 тысяч рублей, а 150. И вообще евро. Сейчас пока стояли, Ромка сказал, что в такую срань он... Да, он заезжал только на УАЗике, а не на моноприводных машинах. Ну, сейчас посмотрим. Надеюсь, бампер не оторвется у копейки. О, нормально, пошла. Пошла, пошла, пошла. Пошла, родимая. Но только как-то мы странно очень пошли куда-то в бок. Там Пал Палыч пытается выкопаться и выехать, но ничего не получается. Я вперед колеи ледяных стал. Да, красавелла. Ну-ка. Охренеть, слышь, она сюда щепила. Так а у тебя, ты сидишь на рву, на таком. Это вообще бесполезняк. И Паша ж есть. И Паш, да. Давай, сейчас пойдешь. Выкручивай руля. Так, все приготовились. Едет Виталян. Двенадцать тысяч оборотов. Даже 16, как в Формуле 1. Давай, Виталян, давай. Обидно. Давай назад попробуем. Нет, то же место уже опять сползает. Ромка тут понарыл на москвиче колеи. Давай. Назад чуть. Так. Чуть не хватает. Давай, я тоже сейчас толкну. А, не успели. Давай, вперед. Сейчас, подожди. Вот. Давай! Пошел! Копья при помощи двух человек. И Виталяна. Да, и Виталяна смогла одолеть. Пока не соскочили. Все нормально. Не, ну здесь класс. О, Паша какой шустрый. Я только успел камеру включить, он уже выскочил. Тоже ребята его толкнули. Диагонально, и все. Земляные
Ну что, едем дальше? Да. Где вообще настоящее бездорожье, я не понимаю. Паша обещал, сейчас будет. Паш, ну тут как бы за слова надо отвечать. Вон, да. Вон тех кустах, видишь? Ну что, едем? Да. Номер раз, пошел. Москвич. Вообще в своей стихии, по полям. Номер два, пошел. Едем дальше, и вот так все произошло. Копья засадилась вообще просто по самой... О! Ребят, здесь по колено. Здесь реально по колено. Тут с этим не шутят. Здесь снега навалило, мама дорогая. Давайте с этой стороны. Вау! Паш, а куда мы дальше-то поедем? Как? Вы хотите по озеру? Че, москвич? Где москвич? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А москвич-то проехал. Но там, правда, не так. Да. Сань, дерни еще назад. Че там? Нива. Вот ребята, у ребят поступило предложение поехать на наши любимые диагоналочки через озеро. Вот здесь озеро. Там вроде лед уже такой замерзший. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Ну вот, самое проблемное место вот здесь, и Виталян его нашел. Да, кстати, у нас сегодня, мы хотели взять еще Волгу с собой, но подумали, что ей здесь делать будет нечего. И правильно подумали, ребят, правильно. Здесь ей делать абсолютно нечего. Отвалится колесо переднее, Виталян, или нет? А? Отвалится переднее колесо на Жигулях сегодня или нет? А почему оно должно отвалиться? Там шаровые новые. Ну, видел, да. А что, новые шары не отваливаются? А, я не знаю. Отваливаются? Виталян, тебе надо аккуратнее, у тебя там что-то с колесами. Новые, ну... Бросим здесь. Что, едем, да? А, нет, Сашку, Сашку, давай! Давай, Саня! Прям через самое вот это говнище. Ну а что, вообще не напрягаясь. Нива, ребят, Нива. Во. В истории человечества самый медленный.